קודשו, יתעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם, יתעללו בשם קודשו, יתעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם. ישמח למבקשי השם. Это хананашиу מתוך כתבי בעל הסולם. Подготовка к уроку из трудов Бара Сулама, статья «Поручительство». Послал Творец через Моше народу Израиля еще до принятия Торы, как сказано, а сейчас, имеющие уши да услышат глас мой, храните союз, заключенный со мной, и будете избранные из всех народов, потому что мне принадлежит вся земля, и вы будете мне царством служителей и святым народом. Вот слова, которыми обратился он к народу Израиля. Вернулся Моше и передал старейшинам слова Творца, и сделал он, как заповедовал Творец, и ответил весь народ вместе, сказав: «Все, что сделал Творец, сделаем». И передал Моше Творцу сказанное народом. И храните союз мой, то есть заключим союз, о котором я говорю вам здесь, то есть что будете вы мне избранным народом из всех народов, то есть будете мне особым свойством, и через вас искры очищения будут переданы всем народам мира, поскольку все народы мира пока еще совершенно не готовы к этому. И нуждаюсь я в любом случае в одном народе, чтобы начать с него сейчас, чтобы стал он мне избранным из всех народов. И поэтому он заканчивает: «Потому что мне принадлежит вся земля», что означает, что все народы мира принадлежат мне, как и вы, и в конце все сольются со мной. Однако сейчас, пока они еще не готовы к этой роли, мне нужен избранный народ. Если вы согласны на это, то есть быть избранным из всех народов, я повелеваю вам, чтобы были вы царством священников, что означает свойство любви к ближнему в высшем понимании, возлюби ближнего как самого себя. Это заповедь, которая является центром всей Торы и заповеди. Святой народ — это вознаграждение в своей высшей форме, которое означает слияние с Творцом и включает в себя все возможное вознаграждение, которое можно только себе представить. Творец создал желание получать и готовит его к слиянию, к конечному состоянию, к которому должно прийти это желание получать, чтобы человек захотел стать подобным свету во внешнем виде, во внутреннем виде он остается желанием получать, а внешне получает форму желания отдавать, как и свет, как свойство отдачи. В желании получать, чтобы оно достигло состояния, чтобы стать подобным Творца, пожелать слияния, должны находиться все возможные свойства, кроме его собственного свойства, которое человек тоже должен познать, постичь, быть солитым со своими свойствами и постигнув, насколько он слит, все же выйти из него, то, что называется, в прямом и обратном виде, желание получать,
и понять желание отдавать, почувствовать желание отдавать, судить из одного другого, и желание получать, желание отдавать, и желание отдавать, желание получать. То есть желание, которое созданное в общем Творцом, должно быть в конечном счете очень сложным, находясь во всевозможных видах этих двух свойств, которые находятся в целом в творении: желание получать и желание отдавать, свойства отдачи и получения. И в конечном итоге, после того, как желание получать получает, принимает все эти подготовки, постигая себя как все более сложное, состоящее из свойств отдачи и получения, из всевозможных связей, возникающих между ними, и вследствие взаимовключения их, он начинает понимать и постигать каждое свойство, начинает выяснять, что означает одно свойство на основе другого, переходя отсюда туда, из получения в отдачу, из отдачи в получение, и тогда есть у него вследствие этих выяснений, он обретает разум, чувство, голову, то есть выясненные намерения и действия, ясные, которые находятся у него в постижении и для приведения в действие. То есть как намерение, так и в действии. И отсюда мы должны понять, что насколько это желание получать будет сложным из всех свойств желания отдавать и получать, и то есть как в действии, так и в мысли, есть у него всего лишь одна точка, которая важна. Точка свободного выбора. А все остальное все это выстроено благодаря этой точке, вокруг этой точки. И если эту точку творение постигает, он называется прямо к Творцу, Исраэль. А кроме этой точки, все остальное, то, что есть в понимании, постижении, во взаимном включении желаний, мыслей, все это не относится к свойству прямо к Творцу, Ешаркель, а только к результату того, что выходит из Ешаркель. Кроме свободной точки, все остальное является только выходящим из нее. Почему? Потому что Творец — это свойство отдачи, добрый, несущий добро, плохим и хорошим. Нет в нем никаких изменений никогда. Желание получать, кроме этой точки Исраэль, находится полностью в своей природе. Оно может меняться, но только с помощью единственного свободного изменения, которое может быть во всей этой системе, которая называется точкой Исраэль. И поэтому нам необходимо понять, что высшая сила находится в абсолютном покое. Желание получать находится в абсолютном покое. Единственная составляющая в творении, которая может меняться и быть определяющей, это Исраэль. Мы не должны смотреть на тех, у кого нет точки в сердце, нет у них никакого свободного выбора. Их действия являются действиями обязательными, которые исходят из желания получать, созданного Творцом.
Даже если они находятся в представлении человека, они не являются человеком, подобным Творцу. И мы называем именно так эту точку в сердце, у которой есть возможность уподобиться Творцу. И если это не его точка, она не называется точкой в сердце, может быть, в потенциале еще не развитой. И поэтому, если мы в нашем мире соотносимся со всевозможными явлениями, приходят грабители, убийцы, обвинители за и против, неважно как и что, мы должны понять. Это все демонстрация желания получать по отношению к нам, которая показывает нам, насколько мы должны находиться в свободном выборе для того, чтобы привести его к слиянию с Творцом. Это является нашей работой. Мы являемся переходным звеном, мы являемся избранным народом, царством служителей. Мы именно те, которые принимают эту задачу от Творца и должны все время сохранять ее, начиная с горы Синай, и должны понять, что это всего лишь желание получать, которое ощущается в нас в видах неживого растительного, животное и человеческие, и все их, все мы должны привести к слиянию с Творцом. И нет у них ни свободного выбора, ни действия, ни мысли, ничего, чтобы зависело от них, и чтобы мы могли отнести к ним. Но высшая сила действует в них и приводит их к нам, чтобы предоставить нам работу и соединить их с Творцом, и с помощью этого мы приходим сами к возвышенной роли народа Израиля. И поэтому мы должны относиться так ко всему, что находится в реальности, то есть ко всему, что представляется нам в нашем желании получать. И насколько мы будем видеть в каждом нашем действии при выходе на всевозможные мероприятия, при распространении объединения с Творцом, при распространении поиска высшей силы, чтобы Он раскрылся между нами, чтобы объединил нас, чтобы дал нам хорошую жизнь, мы, конечно же, подразумеваем в этом слиянии с Творцом. Чтобы вся реальность в наших глазах, поделенная надвое, Творец и вся материя, которую мы должны привести к слиянию с Ним. И благодаря этому мы сами достигаем слияния. Это является нашим предназначением, это единственная работа, которая существует во всей реальности, потому что все остальное всего лишь нисходит, приходя к нам в соответствии с программой творения, когда нет у нас никакого выбора и никакой работы со стороны творений. Поэтому таким образом проясняется наша работа, когда в любом месте, где бы мы ни обращались к человеку, к окружению, к людским организациям, к материальному народу Израиля, земному, к народам мира земным, мы должны в общем видеть в этом материю, которую мы должны привести к слиянию с Творцом. И хотя мы в работе с ними говорим
обращаясь к ним во всевозможных формах, которые соответствуют их развитию. Мы, в общем, должны намереваться к тому, что существует Творец, тот, который призвал нас к этой работе, тот, кто сделал нас тем, что называется, быть царством служителей и святым народом, быть его представителями. И эта материя, я, может быть, говорю грубо, но мы должны понять, что то, что без свободного выбора, это материя, то есть все те, у кого нет стремления к слиянию, эту материю мы должны привести к слиянию. Это наша роль. И поэтому тот, кто производит это действие, когда он пытается в самом внешнем виде приблизить эту материю к слиянию с Творцом, хотя это всего лишь начало пути, но именно это начало очень важно. Мы должны понять, почувствовать, подготовить себя в то время, когда мы выполняем это действие, в конце действия слияния с Творцом, когда все творения, неживое растительное животное и человеческий уровень, все эти действия должны быть уже в начальном замысле, когда мы это делаем ради конечного исправления. Все. Вопрос? Если нет, то продолжим. У нас сегодня работает в новом здании группа из Петах-Тиквы, Тель-Авив, Ашкелон, Зихрон, Яков, Галиль, Голан. Всего 36 человек, 36 праведников, которые работают в нашем новом здании. Почет и уважение. Мы находимся с ними вместе в нашей учебе. Да. Есть этапы в исправлении материи. Никто не равен другому, что такое равны. Есть этапы. А, этапы. Этапы в исправлении материи. Конечно, от легкого к тяжелому, как мы учим в исправлении келим. Эти правила мы учим в Талмуде Сферот. Корень алиф, бет, гимл, далет, уровня вьюта, так мы их исправляем. Да? Но как это выражается в действии? Например, материя может не сопротивляться исправлению, такое может быть? Это я не очень вообще хочу сортировать. Я делаю то, что Творец представляет передо мной, готовит для работы. Ты видишь... Когда мы читаем Пятикнижие, насколько мы понимаем все эти этапы внутреннего развития, внутреннего выяснения, внутренней работы, которая описана там. Вдруг раскрывается, пришли Израиль в Рафидим, пришли Израиль в какое-то другое место, послали того, Творец говорит так, делает так, иногда он говорит Моше, иногда это то, что происходит, иногда это из народа пробуждается какая-то проблема и так далее. То есть не выбирают, делают то, что есть перед нами. Мы не понимаем всю общую систему, чтобы мы могли сказать из нее, как мы выясняем эту часть потом. Для этого нужно видеть всю систему в глубину, а этого нет у нас такой возможности. Но то, что подворачивается, и там, где мы можем наверняка видеть успех, согласно тому, как мы видим, более надежный, более близкий. Это пока что так мы выясняем материю, то, что называется от легкого к тяжелому.
все. И, конечно, то, что... То есть то, что находится... ближе к нам, более достижимы, как у человека, как у детей, так начинаешь постепенно видеть, чувствовать, пробовать, пытаться, а потом так нет умнее опытного. Поэтому мы должны работать с тем, что нам близко. И, соответственно, этому, допустим, питерская группа не будет работать на территории, которая находится там где-нибудь... в Узбекистане, не знаю, где-нибудь, или в Европе. Она там, где ей близко, где она больше понимает материю, больше ближе к людям, тот же язык, тот же менталитет и так далее. Так надо работать. И выяснять из всех мест, где места более легкие. Ты будешь успешнее здесь, потом... тебе будет легче добиться успеха в более трудных местах, и из того, что у тебя есть опыт, и из того, что ты уже добился успеха, где-то у тебя есть подход к другим местам. Не надо перескакивать на что-то тяжелое. Нет, это не умно. Мы видим, что и в природе тоже. Все, природа выбирает вещи, где легче всего выполнить, а потом уже... переходит к вершинам более как бы тяжелым. Ты видишь это по животным, в поведении неживого растительного животного всегда это так. Постепенно. У человека как бы есть желание как будто перескочить, потому что он видит нарождающееся больше, чем все уровни неживой растительной животной. Человек видит как бы вдаль, но вместе с видением вдаль он должен разумно подходить, как реализовать то, что он видит и привлекает. И тут уже должна быть программа, и выполнять ее постепенно. Всегда. Всегда. Хотя есть желание и стремление, и все, но действие должно быть постепенным. Ну, Кока. Я хотел спросить по отношению к свободному выбору нашему. Это слышится как будто совершенно по-новому. По-новому? Да. Свободный выбор в каждом состоянии, на каждом уровне, при условии, что эти уровни и состояния продвигающиеся по этапам, так, которые наступают и становятся более сложными. В каждом состоянии свобода выбора представляется иначе, конечно. Но в общем, глобально так, это то, что нам надо понять, что свобода выбора есть только у нас, не у Творца, как бы, потому что непреложный закон, который дан, и высший свет находится в абсолютном покое и так далее. С другой стороны, вся материя творения, народы мира, тоже нет выбора и нет ничего. Поэтому, когда ты смотришь на все 7 миллиардов этих людей и в их отношении к тебе, тебе надо понимать, что этот Творец организует тебе эту материю со всеми явлениями, которые приходят от них, и со всей ненавистью, отторжением, тяжестью, с которой ты должен работать в них, и так далее, и так далее. Это материя, это авиют. Ты должен в таком виде, как они есть, начинать работать с ними. От легкого к тяжелому, как мы говорили. Да? И ты не должен связывать с ними ничего, что было бы, что ты ждешь, что произойдет в них. А то, что может произойти в них, это только как следствие усилий в твоей работе. Ты должен всякий раз видеть эту материю как реагирующую на то, что ты делаешь с ней. И все.
не связывая с ними никакой свободы, ничего. Или ты работаешь с ней, и ты видишь реакцию, и тогда через то, что ты работаешь с ней, видишь ее реакцию, ты начинаешь говорить с Творцом. Ты начинаешь видеть природу, которая заложена в них, в народе своем живое, и как она реагирует на то, что ты делаешь. И таким образом хочет научить тебя, какова твоя материя, каков авиют, все уровни твоего авиюта, они снаружи, они вне тебя. Все, что находится вне тебя, вся эта людская масса природы, животные, растительные, неживое, это весь авиют, если ты начинаешь работать с ним, ты начинаешь чувствовать, это мое, и Творец находится в этом и хочет научить меня, что он дает мне. Это просто начинаешь чувствовать часть, а что такое я? Я — это та точка, которая должна соединить, присоединить к себе весь этот авиют. Это мои девять нижних. Мы учим из Талмуда Сферот как раз сейчас, что нуква осталась в одной точке кетера, в Ацилуте все ее девять нижних находятся внизу. И вся ее работа — это постепенно поднять девять ее нижних сферот, которые находятся в Бия, в Ацилут, и привести себя к состоянию, чтобы она была как Зерампин, как Творец, и чтобы они были по ним в одном кетере. И через это она приходит не как в жалобе Луны к Тиферет Деима, а в Рехампин вместе с ним, к полному исправлению. То есть ты этим весь мир, все, что раскрывается тебе со всей глубиной миллиардов людей, как бы ты начинаешь раскрывать то, что заложено в них, в каждом из них есть материя, желание получать, которое Творец создал бесконечно, это махнут бесконечности, ты раскроешь потом. Зачем они тебе представляются? Люди простые, хотят деньги, почести, знаний, дай еду, секс, семью, тогда чем немножко насладиться жизнью, почувствовать себя, что мы не под прессом, не страдаем, а потом ты начинаешь раскрывать в них авиют больше, начинают раскрываться в них уровни прихода Машиаха, времени Машиаха. Это называется уровни авиюта гораздо больше, чем то, что мы говорили от легкого к тяжелому, когда мы тоже уже будем готовы к исправлениям. Но ты должен видеть, кроме моей точки, из которой я смотрю, если я правильно смотрю на мир, я вижу весь мир, это поле для моей работы, которое я должен привести к слиянию с Творцом. И все. Да. Как я могу знать, что в том действии, которое я произвел, я смог приблизить к слиянию с Творцом то желание, которое наполняется? Это снова от легкого к тяжелому. Пока что ты видишь это согласно реакциям, согласно разным признакам, когда ты распространяешь, когда ты... публикуешь, когда ты говоришь, нельзя тебе закрываться и говорить, ну хорошо, они поймут, они захотят, они пострадают и раскроют уши. Нельзя так делать. Ты должен выполнять действия, поскольку они находятся без всякой свободы выбора. Наша проблема в том,
что мы приписываем им свободу выбора, как есть у нас, что они могут так и так. Ты должен видеть в них материю, из которой Творец обращается к тебе. И так в обращении к каждому. Да. Это самая большая проблема. Всегда видеть за ними Творца. Почему? Это как раз самое легкое. Тогда попытайся несколько раз, поставь себя в таком виде, и ты увидишь, насколько вдруг весь мир очень просто. Нет больше, чем Творец и Творение. Творение — это я. Творец — это тот, кто скрывается в этой материи. И все. И ничего кроме этого. Я нахожусь все время в разговоре с Творцом, и все время нахожусь с Ним в диалоге. И эта материя просто тот посредник, через которого я могу быть в связи с Ним. А без этой материи я бы не чувствовал, не понимал, не был бы способен начать разговаривать с ним, с Творцом, какая коммуникация, взаимная коммуникация, как сказать, связь. Связь — это то, что существует, а коммуникация — это динамично. Да. Понимаешь? И поэтому, если ты смотришь так, ты выстроил реальность в правильном виде, и так у тебя есть возможность именно сейчас в действиях по распространению с нашими товарищами во всем мире мы делаем. И просто который выходит с интегральным воспитанием. И я слышу сейчас, что и Майк Келлок хочет вообще перевернуть Ешар Кель тоже в направлении интегральности, потому что видит, что это, по сути дела, действие, с которым можно работать, а не как Ешар Кель, который занимает там, захватывает отдельные точки в сердце, хотя это важная работа, и это важная работа. Нам нельзя оставлять одно за счет другого. Это две части творения, которые мы должны видеть, как существующие просто одна рядом с другой. И поэтому наука Каббала и вся наша учеба в науке Каббала обязаны продолжаться, обязаны быть, и нужно знать, что мы тот центр, в который приходит и в котором учатся методики Барасулама и Рабаша, и вообще всех древних источников, на которых мы основываемся. Это наука Каббала. Это обязано быть все время. Не скрывать и не вообще отменять, как будто этого, не дай Бог, нет. Это обязана быть самостоятельная организация. А вторая самостоятельная организация, это, скажем, называется интегральное воспитание или... Не знаю, как называть это. И она реализует науку Каббала в популярном виде, то есть исправление мира. Почему так называть это, что она реализует науку Каббала для исправления мира? Потому что наука Каббала, это называется раскрытие Творца творения в этом мире. И к этому мы, по сути дела, должны привести все человечество. Но центр изучения науки Каббала — это для тех, у кого есть точка в сердце, устремление у самих по себе, которые им дал Творец, а реализация, которую они делают на практике из того, что изучают, это согласно тому, что здесь написано. Что Творец сказал Израилю, и вы сейчас слушаете мой голос, и соблюдаете мой завет, и будете избранным народом во всей земле, и так далее, и так далее. То есть мы реализуем то, что Творец, то, что высшая сила
предписывает. Это уже вторая организация. По интегральному воспитанию, скажем. Да. Я хочу спросить о свободном выборе Израиль. Всегда. Пока что это выражалось в моем свободном выборе окружения, насколько я отменяю себя и включаюсь в него. Сегодня есть повышение этого понятия. Нет, ты внутреннего окружения, там, где да. ты готовишь себя. Там ты готовишь себя. Это не... Это связано с учебой. Это связано с подготовкой. Это связано с выстраиванием, установлением точки в сердце. Это все, что ты делаешь в стенах Бней Баруха, изучающих науку Каббала, это выстраивание точки в сердце, и все. Это ваши семинары и... Заседания товарищей, трапезы, конгрессы, ну, утренний урок, я уже не говорю. Все, что вы делаете в рамках мирового Бней Баруха, это выстраивание точки в сердце. Ну. Так что является свободным выбором, которое я формирую при интегральном воспитании? В интегральном воспитании ты находишься в свободе выбора своей, когда ты продолжаешь в своей свободе выбора в выстраивании точки в сердце. Выстраивание точки в сердце, там твоя свобода выбора заключается в том, чтобы принизить себя по отношению к окружению, как Борисон пишет это в статье о свободе выбора и так далее. Там по отношению к окружению, которое выстраивает твою личную точку в сердце. Потом вы должны, после того, как каждый в таком виде, в котором он включается в окружение и растет в окружении, включается вместе с окружением, это называется, что растет. Растет только лишь из того, что он соединяется с другими. И получается, вместо одной личной точки в сердце, которая только находится в потенциале и невозможно реализовать ее, когда мы начинаем соединять эти точки, мы начинаем строить то, что называется у нас малиновый шарик или ну что-то такое, что-то, что называется народ Израиля. Есть человек из Израиля, есть народ Израиля. Понятие такое. Это в общем сумма точек в сердце, которые постарались с помощью условий Рабаша взаимовключиться между собой, прийти к объединению и выстроили между собой одну точку, шарик этот. И тогда из этой точки, когда они так поддерживают себя, это должно быть выяснение и выстраивание перед любым внешним действием, перед тем, как выходит распространять. И тогда уже выходит наружу. Тогда называется, что есть Израиль, и тогда выходит наружу. Физически, как бы, мы можем так распространять по разным местам, но внутренне все находятся вместе, в этой большой точке, которая является общей суммой точек в сердце. И отсюда мы начинаем присоединять к себе все эти, то, что называется, отпавшие части, отсеченные от них, или начинают работать над девятью нижними сферот из их точки кетера, точки в сердце, относительно девять нижних, упавших в бия. Это как человек уже ощущает, представляет себе.
Не получил ответ? Спроси еще раз. Я получил, но просто я пытаюсь понять, в чем свободный выбор в интегральном воспитании. У тебя есть свобода выбора. Извини, ты прав, ты спросил правильно. У тебя есть свобода выбора один раз, когда ты выполняешь это принижением себя относительно группы и всей своей работы в группе, чтобы прийти к этой общей точке, общей для всех, которая называется «Прямо к Творцу» и «Шеркель». А после этого у тебя есть свобода выбора в том, что ты начинаешь работать с келим девяти нижних внешними, когда ты работаешь с ними. Когда ты работаешь с внешней публикой, прежде всего, согласно близости. И в Талмуде написано, что вначале ты должен работать с семьей, потом с улицей, потом с городом, потом с страной, потом со всем миром. Так во всем. И поэтому там ты реализуешь тоже свободу выбора, но иначе. Потому что ты работаешь с Авиютом уже своим, не принадлежащим к точке в сердце. Там уже иначе. Там уже клипат нога, середина тиферет, все вещи, которые мы начнем видеть их. Скоро мы начнем как-то ощущать их конкретно. У нас будет тут внутреннее ощущение в них. Да. Как же мы можем выстроить во внутреннем сосредоточении, когда каждый товарищ выходит, чтобы была у него сила увидеть Творца, чтобы жило в нас это, чтобы мы находились с Творцом? Усилия, внутренние усилия, что я так хочу видеть мир. Что весь мир — это святая шхина. И в чем же моя свобода выбора, если не в определении состояния, которое таково? Да, Муша. Может быть, вы можете помочь, как с одной стороны можно сочетать успех, то есть сколько раз я думаю о Творце, с другой стороны есть ясные задачи и количество людей, которые я должен связать между собой. И внутри я не могу согласиться, что успех только в том, сколько раз я думаю о Творце, и неважно, скольким людям я рассказал об этой связи, как это можно сочетать. Во мне очень чувствуется конкуренция, я не чувствую, что если смог рассказать одному человеку, это успех уже, ведь в конечном счете... Нет. Спрашиваешь так, какая связь между... количественным и качественным успехом на местах, насколько я приближаю, допустим, если наша работа быть царством священников, святым народом, это приблизить весь народ к слиянию, практически, то как я могу проверить свой успех? Или я сейчас сделал какой-то большой шум на интернете для миллиона людей, или я был на местах, допустим, был провел какую-то лекцию 100-200 человек, или поговорил с кем-то на улице, случайно с одним-двумя. Я проверяю свой успех количественно или качественно. Как я могу проверить себя? Нам тяжело это сказать, потому что мы не понимаем строение... мироздание, которое есть перед нами, которое устроено в виде пирамиды, так ступеней, как Итро рекомендовал Моше организовать в народе. И мы тоже хотим так организовать все человечество,
И у нас нет выбора, конечно, всегда будем оставаться верхней частью, а нижние будут присоединяться к нам, хотя есть противоположные значения, Святов и Келим и так далее. Тяжело мне сказать, где успех. Поэтому написано так: «Все, что в твоих силах и возможностях делать, делай, не ты завершаешь работу, не свободен ты от нее избавиться, то есть ты не знаешь возможностей, которые тебе посылает Творец, может быть, ты должен преуспеть с кем-нибудь одним-двумя людьми, допустим, в общем, но откуда ты знаешь, что это такое, это один-два? Когда мы заботимся о здоровье тела, если сердце здорово, сейчас мы начинаем уже спокойно работать с остальными органами. И заботимся так о почке, легкие, селезенка, печень, так это меньшая забота и проблема. А еще до сердца, мозг, скажем. То есть есть более важные и менее важные части в человечестве, мы не знаем и не понимаем их. Вдруг возникает, потом вы увидите, что есть люди, ключевые люди, то, что называется, ключевые фигуры. Да-да, и в духовном тоже. Ключевые фигуры. И ты должен работать с ним определенным образом, очень особенным. И в отношении, и согласно его будущей роли. Об этом пока что нечего говорить, потому что это мы не занимаемся тайным. Но так, да. Поэтому главное, что нас касается, это не производить расчет. Насколько ты способен, делай. Да. Так вот, не производить расчет, я понимаю, что это после действия. На самом деле, меня уже не интересует, что будет после, но до этого... Делай максимум, где ты можешь добиться успеха, согласно своему характеру, согласно своей подготовке, согласно тому, как ты проверяешь, согласно своему пониманию. Вот именно, добиться успеха, количество, это количество людей, которым я могу рассказать, или сколько раз я буду думать о Творце. Сколько раз ты сможешь думать о Творце, тут нет уступок. Без этого твое действие не стоит много. Не стоит много. Тогда моя лекция, если я так произвел ее, не связывая свой путь с Творцом, моя лекция становится тогда как лекция о какой-то системе, там, немножко эволюция, немножко история психологии, нет в этом ничего. А мое внутреннее намерение внутри слов, которые я посылаю им, мое внутреннее намерение связать их через себя с Творцом, это то, что работает. Это духовная вещь. Я могу взять Сенькой, написать какой-нибудь роман, и роман. И вместе с этим романом мы можем внести туда все наше желание, все наше устремление к тому, чтобы люди, которые будут читать это, впечатлились от внутренней силы, чтобы у них было без всякой связи с самим романом. Вдруг пробуждение, устремление к слиянию. Если мы об этом думаем, это распространение, потому что ты распространяешь имя Творца, ты распространяешь методику исправления, ты распространяешь, ты привносишь туда часть своей точки в сердце, которой нет в нем. А внешне поговорил, ну ладно, он придет к тебе, может внешне помочь тебе в разных вещах, потому что видим, что ты хороший парень, у тебя есть хорошее намерение там, сделать какие-то хорошие вещи в мире, да.
Допустим, есть много безработных, ты хочешь как-то их организовать, привести их к изучению интегрального объединения, чтобы им было чем заняться, было бы хорошо в жизни. Ну, придут люди, помогут тебе, и все. И это так. Это будет кибуц. Это будет какое-то... Не будет большой пользы от этого. Нет. Польза в том, то есть действие, которое будет успешным, это действие, в котором есть твое намерение, твоя мысль, желание, устремление связать с помощью этого внешнего действия того, кто связан с ним, с Творцом, со слиянием, для раскрытия Творца, то есть приблизить его к радиотдаче в той мере, в которой он способен быть с этим связанным. Ну, связан, присоединиться. Даже это не очень. Он сделает то же самое, он сделает тебе ту же самую внешнюю работу, придет, поможет тебе в том, что ты хочешь там делать с народом или действия разного рода. Но твое намерение должно быть внутри. Внешне ты не увидишь между ними разницы. А разница будет только в том, есть твое намерение внутри того, что ты с ними делаешь, замышляешь, ну, то, что ты выполняешь, или нет. Это все зависит от твоего намерения. Поэтому свобода выбора действительно находится у тебя. Первый раз по отношению к твоей группе, а второй раз это по отношению к внешней публике. И тогда ты находишься посередине Тиферет, как клепат нога, и все время чувствуешь, я нахожусь в свободе выбора. Я обязан подкрепление с группой, или мне нужно объединение с этой внешней массой. И тут и там быть слитым с Творцом. И тогда эта точка посередине, у которой нет слияния с Творцом, у нее нет. Слияние с Творцом было и в Гальгальтейнаем по природе, и в Ахапе, которое приходит напрямую, было как бы в виде без выбора. Сейчас середина Тиферет, на которой ты стоишь все время, слиться с группой и прилепиться с группой, связать связь с ними, это как бы Гальгальтейнаем, и прилепиться к Ахапу и внести в них свое намерение, хотя они не понимают, там это только действие, но намерение твое, и тогда ты выясняешь все время клипу нога, все время, в ней все выяснение. Мы находимся в таких делах. Поэтому я объясняю, это просто практически то, что называется, на практике, да? Я действительно не понимаю, что такое намерение. Действительно, если я так сижу, я намереваюсь, чтобы поняли, что такое объединение. Главное все время, в каждую секунду, при каждом обращении, при каждом своем движении, когда ты встречаешься с людьми, говоришь с ними, когда ты действуешь на какой-то лекции, на каком-то семинаре, ходишь туда, ты там ходил по тюрьмам, ходил к какую-то группу, организацию предприятий и так далее, ты находишься все время, для чего я это делаю, а ради чего я это делаю. Только для того, чтобы достичь этого. Если во всех ваших действиях будет внутри связь с Творцом, устремление к слиянию. Действие, которое вы производите, нам не важно внешнее действие, как оно выражается во внешнем, в каких формах. Но какова сущность действия, содержание его, взять их и прилепить их к высшей силе,
чтобы распространился в них высший свет и было в них, намерение отдачи и любви. Если я все время думаю об этом, мне не важно, что я с ними делаю, в соответствии с тем, что они хотят, они нуждаются. Вроде бы в простых материальных действиях. Я играю с ними в мяч, произвожу с ними всевозможные действия, иду с ними, еду на экскурсии, трапезы, провожу лекцию, даю. Неважно, как я это подаю публике. Кроме тех действий, когда они не могут прилепиться к этому намерению и действию доброго и несущего добро, но все может пройти здесь, да? Я знаю, что такое намерение для себя. То есть я хочу использовать Нила. Один раз я думаю, как я там умудряюсь его использовать. Я делаю действия, я все время не могу думать во время действия, как я буду его использовать. Один раз подумал, спланировал. Я понимаю, что намерение это так же. Нет, не может быть, не может быть. Если у меня возникает большая проблема, я должен решить ее. Мне дается несколько действий, с помощью которых я могу реализовать ее. Ты должен пойти в это место, поговорить с этим человеком. Затем отсюда ты идешь и делаешь какое-то другое действие. Говоришь с несколькими людьми, закрываешь с ними что-то снова, возвращаешься в первое место. И я произвожу всю эту работу. Что меня беспокоит? Беспокоит меня то, что я хочу сделать, постичь, а не внешние действия. Внешних действий я вообще не делал. Для чего они мне нужны? Затем я внешними этими действиями, от которых бы я отказался, я не хочу их, главным образом, с твоим характером, да? Это пример буквально. Я бы отказался, вдруг я вижу, нет, эти люди, это ведь не люди, это ангелы. На самом деле у них нет свободного выбора. Я через них, а в них встречаюсь с Творцом. Это материя, которую я сам раскрываю в них. А иначе как я могу раскрыть? Где? Где тот авиют, в котором я раскрою Наранхай? Это именно и есть человечество. Ты начинаешь возвышать их, любить их, потому что в них находится высшая сила. Там она находится, в своем народе я нахожусь. А где же ты еще это получишь? В каких-то облаках? Где это находится? Именно в твоей работе, которая предстоит тебе, и все это перед тобой находится кли твоей души, и ты начинаешь их любить, возвышать самых больших ненавистников, и ты вдруг видишь, какие враги, они меня правильно формировали для того, чтобы я вошел еще более внутрь, с более внутренними намерениями, и чтобы я выяснил свое намерение, чтобы видеть не их, а Творца, который в них. Как раз именно благодаря тому, когда я проникаю во все эти помехи, именно там я нахожу его. Да. Через ближнего Творец учит меня моей природе, так вы скажете? Да. Как я знаю, что я правильно понимаю? Это не важно, это не важно. Как ребенок, ты падаешь и встаешь, и плачешь, и понимаешь, и не понимаешь, и так пробуешь, пока это не выясняется. Только из опыта. Нет более мудрого, чем опытный. Есть какие-то линии, чтобы я правильно понимал его? Как... Нет, нет, это не линии, которые ты правильно выясняешь. Ты хочешь просто перепрыгнуть через несколько этапов, а это не пройдет. Нет линий, только в самом действии. Из самого действия. Ты входишь с ним в связь, он не хочет говорить с тобой. Что это значит? А другой, да, поет с тобой песню 5 минут. Чему я учусь? Отсюда и отсюда в своей природе.
Продолжай. Я могу научиться вопросу, правильно ли это? Продолжай. Это научит тебя, что тебе нельзя производить никаких расчетов. Но ты должен вкладывать в любую материю, которая предоставляется тебе, насколько это возможно. И запрещено тебе производить расчеты о результате твоего контакта с человеком. Может быть, что он не хотел с тобой говорить об объединении между людьми, насколько это важно, но то, что он не хотел говорить об этом, это является самым важным контактом, может быть, в его жизни, в твоем распространении. Потому что ты раскрыл в нем какой-то ящик Пандоры, который он совершенно не хотел раскрывать. А кто-то другой поет с тобой. Давай, чтобы у нас чтобы чувствовать радость. А в него это совершенно не проникает. Ты не знаешь. Здесь производить расчет запрещено, но любой контакт, даже слово, половина слова действует. И главное даже не слово, а твое намерение, которое находится в этом слове. Посмотрел на него один раз, послал ему посыл своим взглядом. Может быть, все, больше уже не нужно. Моше, что ты хотел? Да. Рав все время говорит о важности выходить наружу с распространением. Да. И также дает... Наружу имеется в виду весь мир, все наши группы. Да, и не дает даже места работать виртуальные такие вещи. Нужен именно физический контакт с народом, с людьми. Нет, это неправильно. Мы как раз вчера говорили с людьми, которые находятся в виртуальной связи, также и с Мошей из Сан-Франциско мы говорили, извиняюсь, из Лос-Анджелеса, и еще с несколькими товарищами. Я говорил в связи с этим, что есть люди, которые находятся, они далеки друг от друга, на сотни километров отдалены, и они не раскрыли, что вокруг них есть люди ближе, которые могут находиться в связи с ними. И тогда остается понятие группы, окружения и также распространения. И также находятся в каком-то районе, где они не чувствуют, что они могут там действовать в чем-то, а сами они изолированы. Об этом ты спрашиваешь, да? В чем тогда их, вроде бы, работа по распространению? И в чем тогда их работа по распространению? И я понял вчера из этой беседы, что, по сути дела, люди, которые уже привыкли к виртуальности, которая есть у них, они раскрыли виртуальное чувство у них, оно развито, и через это они могут действовать. Но люди обычные, у которых нет ощущения виртуальности, им нечего так действовать, и люди в любой ситуации должны выходить наружу. То есть для того, чтобы прийти к следующему уровню, должен контакт с народом. Я спрашиваю об этом моменте, что обязательно нужно быть в контакте с народом в каком-то виде. Может быть, даже в виртуальной связи, хотя я не очень-то верю, я не знаю. Есть люди, которые живут в виртуальном мире и чувствуют себя там, как в обычной жизни, они так говорят. Я не знаю, насколько это, по всей видимости, это тоже будет работать в таком виде по всему миру. Я не знаю, не могу сказать. Мы не пришли к этому, и поэтому я не знаю. Есть состояние,
которые никогда не раскрывались миру. И поэтому нет более мудрого, чем опытный. Мы не знаем, не знаем. Может быть, что все исправление мира будет только в очень ограниченном виде физически, а все остальное произойдет виртуально, я не знаю. Потому что в чем разница между тем, когда человек ведет общество или даже делать что-то в обществе или один на один через экран, все зависит от ощущения, которое возникает между людьми, когда мы говорим о наших чувствах, о наших мыслях. Мне не важно, есть этот экран передо мной или нет. Это все же животный контакт, материальный. Я не знаю, как работать в таком виде. Я не нахожусь в виртуальном мире. Нет у меня ничего, кроме Gmail, этого email и Word. Ни в чем я не работаю, ни в какой другой программе. Именно так. Я даже с трудом с этим справляюсь. Я спрашиваю как не о виртуальном, а ученике, который все время соблюдает важность выхода наружу. Со стороны общества он не видит, что у него есть место выйти, то есть все причины, все обстоятельства вокруг он не видит. Как, по сути дела, такой ученик должен быть внутри группы? Пробуждается много вопросов. С одной стороны, есть все, что в своих силах делать, делай, но ты не избавлен от работы. Он чувствует, что он начинает получать мудрость больше его действий, он не хочет выходить по рецепту врача, и вся духовность — это законы. Зависть и ненависть с одной стороны, как он включается в общество. Я тебя понимаю, но каждый находится здесь в очень особых своих индивидуальных формах. Стараться, пытаться. У меня нет другого решения. Пытаться все-таки находиться в связи. Есть у нас много таких товарищей, которые находятся в местах отдаленных от нас и вообще от всех. Пытаться действовать в виртуальном виде. Мы должны их привести в действие. У нас сейчас нет времени на это и сил, но, может быть, будет отдел, который работает только с такими людьми и связывает их вместе и организует их. И это чисто виртуальная группа. То есть такие люди, у которых нет никакой группы и близости одного к другому. Физической близости. Да? Может быть. Я не знаю, что делать. Мы сегодня, когда есть у нас возможность уже выйти в широкие массы с интегральным воспитанием, можем все-таки подготовить этих одиночек к выходу наружу, и тогда благодаря этому у них будет группа, но, может быть, группа не с точками в сердце, но чтобы они включились с ней, также соединились с нами и так работали, как с нами, так и с группой, которую они смогли там организовать, какую-то группу интегрального воспитания. Да. Да? Так в чем его работа в обществе, в тот момент, когда у него все еще нет виртуальной группы, нет этих вещей? Организуйте, организуйте. Не думайте, что кто-то должен заниматься вами. Я говорю серьезно. Нет у нас никакой возможности заниматься каждым. Я получаю в последнее время меньше, но я получил очень много претензий. Что вы не делаете так, и почему не делаете так? Мы что, должны делать? Может быть, да. Но у нас есть возможность, есть время.
ты сам помог, ты сам сделал то, что возложено на тебя сделать, и ты приходишь с претензией, потребитель всегда прав, да, клиент? И поэтому то, что получается, я не понимаю. Человек, которому это горит, которому больно, он делает что-нибудь, чтобы выйти из этой беды. Пускай сделают, объединятся между собой там, чтобы организовали что-то, чтобы помогали друг другу, чтобы поняли, как они действуют. У каждого есть опыт, которого у меня совсем нет, чтобы учились друг у друга. Или чтобы довели так, чтобы собрались 100 таких одиночек в мире, чтобы у них была особая линия заботы о них, чтобы было целесообразно нам. Почему целесообразно? Потому что они не находятся тогда уже как одиночки, каждый сидит в своей нише, в каком-то углу. И они объединились, у них есть правильное стремление к объединению, и тогда мы можем заниматься ими. А так каждый останется, каждый в своей нише. Хочет оставаться в таком виде, пускай остается. Есть такие, которые вообще не хотят выходить из этого. Не хотят. Как и есть у нас много людей, наших зрителей. Они не хотят, чтобы мы знали о них. Они спокойно смотрят, наблюдают за нами и понимают, и им этого достаточно. Они не понимают, что они получают только знания, а исправление может прийти только благодаря контакту. А контакта нет. Нет контакта. Скажем, сейчас у нас конгресс, который мы специально проводим в ближайшее воскресенье в Гааш. Мы приглашаем всех. Каждый может прийти. Именно каждый. Все-таки я слышу. Я не могу услышать, но я чувствую, что есть много наших зрителей, которые находятся перед экраном и хотят остаться перед экраном. Они не понимают, что есть один маленький шаг, когда они могут прийти к такому контакту, благодаря чему у них будет избавление. Не хотят. И поэтому я говорю, если есть у вас желание, у этих одиночек, на самом деле продвинуться, вы должны в каком-то виде создать связь с нами, но не то, чтобы я находился в своем углу, занимайтесь мной. Докажи мне, что ты на самом деле желаешь объединения чего-то. Есть такие, которые не приезжают на конгрессы. Находятся рядом. В том же Питере, когда был конгресс, были люди, которые не пришли. Мы смотрим вот так. Не из-за денег, сколько это стоит. Или еще чего-то. Но я просто привык не подниматься со своего кресла. Ну, что здесь поделаешь? Здесь ничего не поделаешь, им не достает страданий. Потому что если бы на самом деле чувствовал себя вместе узком, что значит страдание, когда он уже страдает и не способен выдержать, тогда бы он выпрыгнул из этого места наружу. И поэтому это не является претензией, что мы не занимаемся. Мы пытаемся на самом деле сделать все возможное, но у нас есть порядок предпочтений. Да. Это понятно, что тот, кто не голоден, того нельзя накормить. Но что значит, откуда он может найти? То есть это одиночка, этот одиночка, который смотрит, у него есть опция, которая ворота раскрывается, но он не видит товарищей вокруг себя. То есть он видит товарищей, но не живых. Если видит их. Он видит их как стену, как кого-то, кто не хочет. Так что он может сделать? Не может их побить? Не может их накормить? А каких товарищах ты говоришь? У него нет группы. В его физическом месте? Да. Хорошо. Или пусть переедет в другое место, или общество, или смерть.
пусть поменяет место. У нас было много примеров в истории, как делали мудрецы, и они готовы были пройти много сотен километров, чтобы учиться вместе, потому что невозможно это делать одному. Или же ищут место. А в наше время это может быть и виртуальным, я не знаю, не уверен. Но может быть и в виртуальном виде, пускай переезжают к нам. Мы кого-то выбросили, не приняли, мы открыты, чтобы принять весь мир. И здесь нет проблемы. Я не вижу, кого-то, кто бы очень хотел быть здесь и не был способен на это. Нет такого. Или в наших других группах в России были такие люди, которые предпочли переехать из Москвы и Санкт-Петербурга в Красноярск, в Сибирь. Почему? Потому что они почувствовали, что там группа и условия более подходящие для них. Предпочли переехать из этой части, которая является просто центром Москвы, из Москвы и Питера в Красноярск. Ты понимаешь? Как такое может быть, вроде бы? Но есть люди, для которых эта группа подходит больше. Люди делают много изменений. Да? Я приехал сюда, и я тут не вижу места для работы. И вопрос, я не знаю, куда мне поехать. Это вещь личная, очень специфическая. Если говорить о тебе, может быть, мы должны будем подумать об этом месте. Может быть, попробуем решить эту проблему в каком-то виде. Хорошо. Да, Гершин, ну. Можно продолжить выяснение качества намерений, то, что начали с Муши во время нашего действия? Ну, поскорее, потому что мы... Да-да, когда ты начинаешь спрашивать, я всегда говорю побыстрее. Это твое исправление, мое. Пожалуйста. Когда в человеке пробуждается точка в сердце, он весь горит, он получает силу, он хочет рассказать всему миру, чувствует это, что он обязан рассказать это. Потихоньку, потихоньку. Теперь это какой-то фонарь, который светит ему, и он выходит, рассказывает всем, что есть такой большой фонарь. Да. После этого, скажем, сейчас, он помнит, что на него светил фонарь, иногда он все еще светит, и он знает, что нужно рассказывать об этом всем, потому что так, по сути дела, он и раскрыл вот фонарь. Но фонарь не светит. То есть намерение — это что-то, что нуждается в большом усилии, а иногда он может повредить качество действия. То есть если я сейчас нахожусь в каком-то усилии, чтобы связать народ, который стоит передо мной, силой, которая приводит меня в действие, на самом деле требует от меня огромного усилия, и это вредит качеству. Кроме того, что быстро или медленно и покороче, потому что я не могу воспринять, что ты хочешь сказать. Может быть, сначала представь проблему, а потом расскажи о ней, чтобы мы поняли. Сначала начать? Нет, сначала с конца. Я не смеюсь. Внутреннее усилие, которое требуется, первое, не у всех есть связь с Высшим, которые не могут так встретиться с кем-то и связать его естественным образом с Высшим. Я говорю о нас. Мы хотим раскрыть эту связь, но ее нет все еще, по крайней мере, в части из нас. И поэтому усилие связать между тем и другим вредит качеству возможности выражения, возможности объяснения, когда стоишь перед человеком. Я не понимаю тебя, что так трудно объяснить человеку. Есть у тебя проблемы? Нет, у меня все в полном порядке, я не нуждаюсь ни в чем. Я рад видеть тебя, насколько ты счастлив, насколько ты буквально находишься в раю. Хорошо тебе? На самом деле, чтобы было тебе
все блага в жизни. Спасибо, что ты сделал мне настроение. Если я вижу такого счастливого человека, как ты, я тоже счастлив. Может быть, отсюда и дальше у тебя есть общая точка. Главное — войти в контакт. Контакт, когда есть между вами какое-то общее ощущение. Есть общее ощущение. Ты рад тому, что он рад. Ты счастлив тому, что он счастлив. Вы уже можете находиться вместе и наслаждаться от этого контакта, когда оба вы счастливы. Это есть и ощущается. Прекрасно. Ну так в чем проблема? Нет никакой проблемы. В течение всей этой беседы это был я и он, и вообще такой творец, то я и человек, и я хотел рассказать ему. Почему? Почему там не было Творца? Может быть, он был, но я не сделал ничего искусственного для того, чтобы привести его в действие. Если ты не сделал, то и не было. Вот суть моего обращения... Не было. Что значит «не было»? Он подстроил вам всю эту встречу для того, чтобы вы с помощью этого контакта, с помощью этих мгновений в жизни поднялись к нему и так чувствовали себя в каждый момент жизни, а вы этого не сделали. Относительно этого человека, у которого не было свободного выбора, ничего не поделаешь. Творец играл с ним, как с марионеткой на нитках. А тебе Творец дал свободный выбор, а ты не воспользовался этим, а наоборот, пренебрег даже этим случаем, когда ты мог создать слияние между двумя частями желания, твоим и его, и в них привнести исправление, потому что исправление может быть только между двумя. Там между двумя может произойти раскрытие Творца, а ты не использовал этого. И ты тем самым сделал очень большую порчу. То есть в месте, где ты мог произвести исправление, ты не сделал, а прошел через него, как будто не обратив внимания, и прошел дальше. Ну, скажем, ты исправляешь какой-то механизм и не определил здесь, прошел сюда, сделал здесь, и здесь половину механизма прошел и не увидел никакой части, которую нужно было исправить. И что же дальше произойдет? Что выйдет у тебя? Ты должен будешь вернуться к этому, когда ты увидишь из конца своей работы, что механизм не работает, снова начнешь его проверять с самого начала, и снова должен будешь пройти несколько раз так, пока не исправишь. Это все зависит от тебя. Вооружен ли ты этим намерением или нет? То, что мы сейчас учим, это то, что охватывает нас. Вся наша жизнь, она подчинена определенной цели. Но не каждую секунду, когда я прихожу в контакт с публикой, эта цель живет во мне всегда. Я живу сейчас желанием отрезвить себя с ним. Ты недостаточно связан с группой. И также со мной. И что тут делать? Сколько можно слушать это? Что нужно сделать для того, чтобы получить связь с группой и с Высшим? Что еще нужно делать? Сожалеть. Откуда я буду сожалеть? Это тоже получают от группы. Это называется величием цели, величием Творца, который ты должен получить от них. То, что они на тебя так не влияют, приди к ним с претензиями. Ребята, я не знаю, что делать. Вы не обеспечиваете меня тем, чем должны. Они должны сказать: дорогой, даже не товарищ, дорогой, мы не даем тебе, потому что ты все время идешь задранным носом. Ты не смотришь на нас. Мы для тебя внизу, а ты с носом задранным наверх. И ты не видишь, насколько мы находимся в горении внутреннем, когда мы буквально все время с внутренним пламенем. Не здесь и не здесь. Ученик из Натании спрашивает, помогает ли вносить намерение в слияние, когда я работаю с людьми в материальном? Не говорю с ними об объединении.
Какая важность материальная и духовная? Какая разница? Во всем я должен сформировать себя правильно по отношению к реальности, которая рисуется мне на задней части мозга, потому что Творец представляет мне эту картину и хочет, чтобы я в этой картине нашел его. И так я прихожу к слиянию, так я прихожу к правильному формированию действительности. И вся действительность исчезает, тогда я нахожусь с ним, и нет никого, кроме него. Какие вопросы? Я даже не хочу спрашивать, кто спрашивает там, потому что просто стыдно. Да, Иран. Я хочу спросить по поводу характеристик этой точки свободы выбора в этом Исраэле. Вы сказали, что ее нет, она не находится в слиянии. Вы сказали, что у нас есть, в нашем желании есть намерение получать, намерение давать и так далее. И есть эта точка, которая... Каковы ее характеристики? Как можно почувствовать ее? Как можно найти ее? Какую точку? Точку Исраэль, среднюю треть Тиферет, Клипат Нога, все эти вещи. Как? Распознать их? Да. Мое стремление раскрыть, каков смысл жизни. Это начинается с этого. Нет ничего другого. Каков смысл жизни? Ну, Моше, что? Нужно все время намерение. Вопрос. Это понятно, что коэн, который думал посередине своей работы, чуждую мысль, это называется проблема в жертве, которую он производит. Но леви, которые там все вокруг работают, им не нужно. То есть мы видим этапы, что есть кто-то, кто нуждается все время в мысли с намерением, а есть части, которые... И вы будете мне царством священнослужителей. Мы должны стремиться к этому. Конечно, есть Исраэль, левиты, коэны. И есть в каждом из них тоже уровни. И вы будете мне царством служителей по отношению к нашей работе наружу. Мы должны быть с такими служителями. То есть пытаться не терять точку слияния ни на секунду. Это коэн, ты прав. Как, в какой работе все время должен быть в этой концентрации? В какой работе? Потому что, например, у коэна это как раз именно при жертвоприношении. Да, от слова «приблизить». У левитов это не приблизить, не принести в жертву, а оставаться на том же месте. Да. Мы говорим о том, чтобы приобрести хиссарон с помощью материального воспитания. Есть очень много товарищей, которые работают в здании или занимаются разными проектами вокруг здания, и они не приходят... к контакту с, не доходит до контакта с людьми. Как они работают? Те, которые работают на самом деле в возведении нашего здания, и даже те, которые не работают на самом деле, но жертвуют для того, чтобы мы возвели наше здание, это выражается в деньгах или в чем-то другом, они делают именно эту работу. Делают работу. Посмотри, что написано в Торе о воздвижении скинии, о возведении скинии, о возведении храма, как потом рассказывается, насколько каждый понимал, откуда и как. Это вещи очень особые. Поэтому люди, которые приходят помочь или участвуют денежно, вкладывая деньги
в это здание, они делают огромную пользу для своей души, для своего исправления. Это вещь самая большая, в особенности сейчас, когда мы должны перейти из одного места в другое, перевести нашу студию и там столько систем поднять. И все это людские ресурсы и деньги. Это просто как духовный вклад в этом случае. Да. Какова связь между участием в этом действии в новом здании и в том, чтобы обрести хисарона? Мы не должны здесь обретать хисароны. Тем, что я иду и вкладываю во времени, в работе, даже нет у меня сейчас времени, но я вкладываю в святое место. Это совершенно другое уже. Это место, которое специально предназначено для того, чтобы из него вышло действие по исправлению. Посмотрите, в чем разница. Это та разница, которая называется во всевозможных местах землей Израиль, за Иорданией, Ливаном, Сирией, Вавилоном и всевозможными другими землями. И они таким образом делятся в мире. Потому что если ты находишься в святом месте, твои действия, даже если они без правильного намерения, или даже вообще без намерения, да? Это действие уже, когда ты находишься в месте, внутри места. То есть те люди, которые приходят и работают там, вкладывают туда свои силы, работают на месте, они словно уже находятся в правильном намерении. Место определяет. То же самое с теми людьми, которые жертвуют, вкладывают деньги, мы получаем много обращений от людей, люди вкладывают, готовы вложить 100 шекелей в месяц, это называется постоянным вкладом. Кто может знать о намерениях? Намерение — это вещь скрытая, но то, что вкладывают именно в то место, откуда выходит исправление, это уже действует как правильное намерение на 100%. Да. Сейчас нам как раз нужен 10 человек для работы в новом здании. Нас ждут в задней части зала, если может 10 человек. Но если нет, то я уйду. Виктор! Или ты в туалет идешь? А, ты идешь покушать? Хорошо. Отлично. Ладно, как-нибудь, но, может быть, перейдем к следующей части. Итак, еще 10 людей. Посмотрите, там было 36 человек, кроме наших, и нужно еще 10. Это изо дня в день, это все время усиливается. Итак, группы Галиль Голан, Зихрон Яков, Ашкелон, Тель-Авив и Петах-Тиква. Сейчас еще 10 человек из Петах-Тиквы идут работать в новом здании. Мы будем с ними вместе. Мы здесь находимся в работе гораздо менее важной, чем они там. Хорошо. На самом деле, если люди знают, насколько это важно, вкладывать в это силы и деньги, они бы думали только об этом, потому что это наверняка ты вкладываешь в свою духовную кассу. Все остальное, кто знает, намерение, действие, что выходит из этого, что нет. Здесь это прямой вклад. Да. Перед мероприятием в Гаше в воскресенье мы хотим делать подготовку, как мы всегда делаем перед
любым внутренним мероприятием, мы хотим превратить его в вклад в отдачу, то, что называется, не просто во всех смыслах слова, чтобы мы приехали туда готовыми. И для этого мы хотим завтра сделать особый урок с семинаром, который подготовит нас к этому тоже. Отлично, я согласен. И в воскресенье утром можно сделать какую-то особую часть урока навстречу этому вечеру. И вообще, я думаю, что это должен быть вечер пробуждения, очень важный, когда мы встретимся там все вместе. Я готов там остаться ночью со всеми, с вопросами, мероприятиями. Сделаем очень теплую встречу, радостную, наполненную контентом и внутренним впечатлением, да? И какова должна быть наша концентрация сейчас, точка, которую мы должны достичь, допустим, завтра на семинаре? Что нам важно сейчас укрепить? Мы в последнее время находимся в очень многих действиях внешних, всевозможных. Мы выходим по местам, мы рассеяны по всем частям страны, то же самое за границей. Мы выходим здесь на действия в нашем новом здании, еще на всевозможные вещи. Рассеяние — это то, что определяет это время рассеяния. Объединения между нами не достает, чтобы мы могли рассеяться, но рассеяться объединенными. И поэтому эта встреча в моих глазах очень важна. Потому что именно благодаря силе объединения, которое мы создадим, мы сможем продолжать нашу работу, работу по распространению в правильном виде. Я чувствую, что этого не достает, но я не знаю. Когда ты делаешь какие-то вещи, и ты вдруг чувствуешь, ну, не достает чего-то определенного, потому что нет у меня силы без этого продолжать. Так я вижу важность этой встречи в воскресенье вечером. Поэтому я говорю каждому, у которого есть какая-либо связь с распространением или вообще с духовным развитием, и находится здесь близко, то есть в Израиле, отовсюду по Израилю. Мы приглашаем такого человека прийти, и не просто так приглашаем, чтобы была у нас правильная сила продолжать нашу духовную жизнь. И перейдем к следующей части. Перейдем к следующей части урока.